Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение. Продолжаем проходить игру Zombie Evil 2. Это нам не нужно. В магазине что-то открылось. Спасибо, 20% скидка. Забавно. Купить, что ли, посмотреть? Давайте возьмем. Хотите взглянуть? Ну, давай посмотрим. Новинка. Так, АК-47. Оборудовать. Ну, в принципе, оборудовали. Теперь надо идти на миссию. Это нам не нужно. Так, поехали. Мы с вами здесь остановились. Вперед. Идти. Так, давайте поставим, наверное, с... Ох ты, подожди-ка, тут профессор опять. А, ну это бунтовщики. Ясно. Давайте установим сюда. И все, что ли, не хватает больше? А, нет, все нормально. Вот сюда. Все, поехали. Нифига она шпарит. Вот это пушка, вот это я понимаю. Так. Хорош, хорош, не надо подходить. Главное их не подпускать близко. Ну-ну-ну, перезарядочка. Ну, пока ничего сложного нету. Справляемся. Так, еще, наверное, волна будет. Вот она, волна, ребята, давайте. О-о-о, вот они, эти летучие мыши. О, зловредные. Да куда столько-то, елки-палки. Фу, неужели отбился? Отлично. Нет, еще волна. Так, ну давайте с ними справимся. Перезарядочка, отлично. У-у-у. Смотрите, там вышел чувак, бунтовщик с этим, с щитом своим. Да он прет. Он же неубиваемый, да? Типа мини-босса, что ли? Отлично, завалили. Фух, прошли. Нифига там. Целая шайка этих была, зомбарей. Так, отлично, заработали с вами денег маленько. Давайте следующий. Позже, позже все это будет. Угу. Поехали. Обновите, чтобы получить больше мощности. Присоединяйтесь к битве. Обновить. Ну-ка, давай посмотрим, что тут можно обновить. Модифицировать. Да не надо мне это все за рекламу, за эту вашу. Тогда пойдем так. Блин, как тут быстро энергия заканчивается, а? Так, давай-ка вот сюда, наверное, поставим. Еще одну. Вот сюда, они как раз тут выходят. Все, поехали. Так, ну что, первую волну отбили мы, да? Пошла вторая. Третья.
Да елки-палки, как же ты вовремя перезарядкой занимаешься, а? По-моему, они какие-то усиленные пошли, ребят. Посмотрите. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Блин. Засада полная, ребята. Да, тут, по-моему, я не пройду. Чересчур жестко. Так, там еще эти с щитами идут, а. Давай, расстреливаем. Псы, елки-палки, вот их только не хватало нам. Так, у меня еще огнемет, если что, есть, да? Да. Вот и волна, ребята. Да какого лешего-то? Да они просто непробиваемые, эти бунтовщики. Как интересно, я должен с ними справиться здесь, а? Ёлки-палки, они турель установили. Ой, установили, развалили. Давай. Почти неубиваемые, это точно. Есть. Обалдеть просто, блин. Вознаграждение получено, билеты. Шестой уровень. Получили, а что за билет? Я так и не понял. Ух, хватит нам энергии-то еще на один бой или нет? Хватит. По-моему, я погорячился, надо было немножко улучшиться. Так, здесь это все неспроста сделано. Вот так вот. Поехали. Сэр, я восстановил некоторые системы бронирования машины. Вы можете испытать его во время сражения. Вы можете найти их на вашей панели навыков. Хорошо, понятно. На панели навыков. Пока я что-то ничего не вижу. Так, отлично, с первой волной вроде справились. Поехала. Со всех сторон прут, а? Так у нас, ребята, как Tower Defense, чтоб типа того идет. Защищать свою базу. Но, только не собаки. С крышками, с люками, с этими идут. Да, довольно быстро они, конечно, разбирают все. Ёлки-палки, они все, взорвали мою турель. Теперь я без защиты. Черт подери, а надо улучшать как-то орудие, я не знаю. Каким макаром это делать? Ну, далеко мы так не уйдем, блин. Так, что тут? Ну, нажал. Ага, вот оно как работает. Может быть, не надо было мне сейчас-то это активировать? Сглупил. Точно, сглупил. Смотрите, кто идет. Да давай. Ну. Ёлки-палки. Ты к
открывается, а? Готов. Еще один остался. Отлично. Блин, какое тут еще волна будет? О-о-о-о-о-о! Тихо ты! Да как так быстро-то? Не, ребят, я тут, наверное, не справлюсь. Со всех сторон лезут. Давайте активируем. Ёлки-палки, что творится-то, а? Это жесть какая-то. Давай, щит, активируйся, блин, ты мне нужен сейчас. Ух ты, неужели прошел? Да, опупеть. Угу. Нет, позже это все будет. Так, мы с вами дальше прошли. Я не знаю, что нам делать, ребят. Ну, так дальше невозможно. Слишком уже сложно там идет. Могу как-то апгрейдиться. Где моя база-то? Надо сходить на базеночку мне. Так, это экипировка, это все не то. Так, где моя база-то? Я уже забыл, если честно. Может быть, сюда надо нажать? Нет. А как тогда быть? Так, ну это монеты, это что у нас? Это вознаграждение. Это тоже за вознаграждение. Не понял я, если честно. А как мне? Мне же нужно улучшить, например, может быть, здесь? Нет, это помощь. Ну что ж, давайте тогда, блин, продолжать как-то, я не знаю. Так, проверить. Модифицировать. Бесплатно, это за рекламу, блин. А по-другому никак, да? И это тоже мне не улучшить. Ну-ка. Действительно никак. Черт, подери. Тогда поехали, ребят, как говорится. Ой, блин, была не была. Проиграем, так проиграем. Идти. Ух. Так, что тут она? Мы столкнулись с песчаной бурей и ухудшением видимости. Не пропустите внезапные атаки. Жестокая песчаная буря собирается поразить эту местность. Это ограничит видимость и сделает использование пулеметов более сложным. Ну, вы меня обрадовали, елки-палки. Только вот этого мне не хватало. Поехали. Да он вообще строчит-то еле-еле. Причем я даже не вижу, кто здесь. О, вообще не видно никого. Так. Песчаная буря, елки-палки. Тут еще не хватало дождя и урагана. Сейчас будет волна, больше чем уверен. Интересно, как мне повысить энергию, чтобы я смог ставить не две турели, а, например, три? Как же это должно делаться здесь? Или что, тут ограничение какое-то? Вроде рассеялся на какое-то время. А, нет.
Так, у меня 2 скилла есть еще. Хорошо, мы поэкономим. Вот и волна, ребята. Сейчас еще бунтовщики пойдут, и вообще будет все шикарно. Турель разбомбили. Да, она вообще неэффективная. Ёлки-палки, прошли. Отлично. Давайте следующий уровень. А как же мне на базу вернуться, а? На свою, где я могу это модифицировать все. Так, это у нас титул, это не то. Здесь тоже не то. Я забыл, ребята, представляете? Хорошо тогда. Используйте свой коммуникатор. Поехали. Нет, ничего мне здесь. Вот так вот идти. Все, ребята, энергии нету. Это наш будет последний бой. Ух ты, давай вот сюда поставим. Что ты опять? Зомби-шахтеры. Зомби-шахтеры могут прорываться через землю и появиться, чтобы удивить вас. Обычное орудие их не повредит, так как они находятся под землей. Отлично, мне вот еще вот этого не хватало. Шахтеры. Ёлки ты палки, шахтеры. Это быстрее ты. Солдаты пошли, ёлки, моталки. Так, оружие у меня готово, если что. Вот они ползут. И как интересно, я их должен вылез. Да нифига они такие крепкие. Ну. Да, ребята, это полный звездец. Вот так вот. И как мне интересно действительно с этими шахтерами справляться. Наконец-то прошли. Вознаграждение получено. Спасибо вам большое. Вот основа. Так, казино у нас какое-то тут открылось. Ну-ка, что у нас тут за подарки? Получаем. Получаем. Так, отлично, здесь что такое? Абсолютно ничего, зачем оно тут горит, я ума не приложу. Получить. Неужели у меня 90 кристаллов, ребят? В магазине что-то здесь. Так. Опа-на, это что такое за орудие? Огневая мощность. Угу. Слушайте, может купим, а? Давай попробуем. Вы только что получили новое орудие, хотите его испробовать? Давай оборудуем. Это у нас получается что-то типа... Так, 226, да? С
Сколько у меня вот на этом, например? Нет, вот на этом. Ага. Так, ну это вообще самое маленькое. Его можно, наверное, даже продать, да? Или все-таки пускай полежит. Так, что еще тут у нас есть, а? Казино. Ну давайте глянем, что такое за казино. Эй, это же наш большой герой. Я дам вам бесплатную попытку. Здесь есть также казино. Почему бы не попытать нашего счастья? Каждый день есть 14 призов, которые могут быть выиграны, и у вас есть один бесплатный шанс победить. Пока у вас есть достаточное количество призовых ваучеров, вы можете всегда получать вещи, которые вы хотите. Ваши билеты. Ваши билеты. Испытайте счастье в этот раз бесплатно. Давай. Почему вот мне эту пушку дала? 10 кристаллов. Удивительная удача. Поздравления. Казино все еще находится в процессе строительства. В будущем будет добавлено большое количество игр и действий. А у меня билетов больше нету? А нет, есть у меня вон ваучер один. Слушайте, я хочу или пульсар получить, или вот такую. Давайте еще разочек крутанем. Давай. Блин, 15 тысяч денег. Все, ребят, отыграли мы в казино. Так, новинка. Что тут у нас новенького? Да ничего, ровным счетом. Просто переходим на следующий уровень. А как мне, например, попасть к моему профессору теперь? Все уже никак? Черт подери. Или можно все-таки? Можно, вот так вот это делается. Так. Где у меня там профессор-то, который у меня улучшает все? Не здесь. Так, это бонусы. Уничтожьте 2000 зомби с помощью огнестрельного оружия. 2000 зомби? Ладно, давайте продолжим с вами. Пустят нас или нет? У нас, по-моему, энергии, ребята, нету. Ну-ка. Бесплатно добавить. А, видик. Ну что же, ребята, за видик мы добавили с вами энергии. Блин, я вот не могу понять, что за аккумулятор нужно использовать, чтобы вызвать какого-то беспилотника. Смогу модифицировать? Да, ребята, смогу. Отлично. И еще даже могу. Так, давай еще разок. Ну и еще. Так, а еще если? Все, наверное, хорош на этом. Зомби-киллер. Свой коммуникатор. Ладно, поехали. Так, не надо мне здесь ничего обновлять. Погнали. Сейчас будет вообще, наверное, супер сложно. Так, что там опять профессор вышел? Для чего? Что он там хочет нам рассказать? Давай, толкуй. Зомби Командос. Эти зомби дальнего действия были сильными наемниками в прошлой жизни. И теперь тоже. Но, в общем, они все еще сильны. Спасибо тебе, блин. Все сложнее, сложнее. Теперь зомби Командос тут не хватало мне. О, ребят, я же хотел новую пушку попробовать. Чего же я не взял-то? Так, дайте-ка я проверю ее. Что это за... А, вот она как-то стреляет. Это мне нужно показывать туда и лететь. Слушай, ну мне кажется, это какая-то кислота. Так.
ты отсюда тут подкрадываться, а? Да не, это невозможно. Отлично, сбил я его. Ёлки ты палки, смотри. Что тут происходит? Фу, ну хоть бы все, а? Все, нет? Нет, еще волна. Так, отлично. Блин, теперь со всех сторон лезут. Подкрадывайтесь, а. О, вот и зомби командос вышел. Да ладно, хорош. Что, серьезно, что ли? Нет, нормально, нормально, справляемся. Все. Неужели прошли, а? Ну что ж, поехали. Так, мы получаем с вами 7-й уровень. Что-нибудь дадут здесь, нет? Так, смотрите, артиллерия. Вы хотите преобразовать свое оружие? Тогда приезжайте в это место. Артиллерия – место, где вы можете усовершенствовать технологию вашего оружия. Вы можете использовать золото, чтобы усовершенствовать технологию вашего оружия. Модернизация технологии оружия улучшит и усилит возможности и признаки вашего оружия. После модернизации сражения будут еще более интенсивными. Таким образом, вы определенно должны сделать это. Ага. Давай испытаем его. Вред, нанесенный одним выстрелом. Хорошо, вам потребуется 4500 монет. Просто щелкните здесь, чтобы... Чтобы что? Чтобы улучшить? А у меня сколько денег-то? 12 тысяч. Хм, интересно. Необходимо нет для того, чтобы... Да, конечно. Ай да молодец. Теперь вы можете пойти и модернизировать свое все оружие. В любое время. Когда вы столкнетесь с проблемами, приезжайте и найдите меня. Так, это вред. Особенности. Уровень перезарядки. Уровень огня. Давай, давай сделаем. Окей. Так, это пулемет. Подожди, зачем мне этот-то пулемет, елки-палки. Хотя, я же из него строчу сейчас, в данный момент. Это у нас огнемет. Это у нас ракетница. Это пока я вообще не знаю, что это за оружие. Хорошо. Так, особенности. Повышает шансы найти двойной... А, нанести двойной вред. Давай так сделаем. И все, у меня денег нету. Вот, ребят, для чего нужны были монетки, блин. Быстро я их потратил. Просто моментально. Так, получить все. 2000 еще получили. Ну что же. Наверное, надо... Идти и пробовать еще разок. Так, получить. Отлично. Поехали тогда. Вперед. Так, у нас тут как с этим? Ага, все отлично. Энергия еще есть. Так, что еще повысить? Ну что ты опять хочешь? Зомби-ковбои. Зомби-ковбои идут со своими выхваченными шестизарядниками, готовы показать вам вкус Старого Запада. Выдерните их, прежде чем они получат шанс. Нормально, ты... Ух ты, ребят, смотрите, у меня же стоят даже здесь турели. Так, я думаю, хрен его знает, давайте вот так вот.
Сейчас, я думаю, будет просто жесткач. Ух! А что это ты у меня сам-то стреляешь? А, нет, зарядился. Слишком большой разнос у этих снарядов у моих. Никого не пропущу, а? Так. Поехали. Ну нет, только не вы опять, а? Ну что? Как вы их быстро заколбасите? О-о-о-о, собаки! Так, денег мало дают, всего... Тихо, тихо. Шахтеры, блин! Вот только мне их не хватало здесь, а? Фух, так, у меня еще есть ловушка. А вот и ковбои пошли. Волна, блин, надо срочно переключаться. Все? Отлично, ребята. Блин, я думал, будет немного хуже, но... Как видите, мы справились. Так, что-нибудь есть? Нет новенького? Так, у нас с вами 3000 монет. Может быть, мы сможем что-то здесь улучшить. Так, уровень перезарядки. Боевой раз. Что боевой раз, не могу понять. 1500 всего. Так. И 3. А здесь сколько? 200. 9000, блин. 9. Да. Денег нам понадобится здесь очень и очень много. А что у нас в лаборатории? Я уже забыл. Ага, модифицировать. Так, этот нам пока недоступен. И здесь тоже нифига. Да нет. А хотя мы можем с вами сделать, в принципе, за... Давайте сделаем. Пушка. Так. Если я не ошибаюсь, она у нас... Так, тут 150. Ах, даже не знаю. Ну-ка, модифицировать. О, теперь уже будет получше. Так, давайте, наверное, ее мы с вами и оставим. А здесь еще надо. Так. Погодите, а куда... Куда вы дели мою эту? Орудие, которое я только что исследовал. А, вот она. Как мне его взять-то, чтобы оно у меня было? Максимальная. Интересно. А, понял я, ребят. Мы, наверное, когда будем с вами играть, оно у нас станет доступным. Ну что, поехали? Следующий уровень. Да попозже все это. Так, да. Проверить. Модифицировать. Не будем мы пока его. Мне вообще не понравился, если честно, этот огнемет. Вы, наверное, заметили, что какое-то фуфло. Так, ну что, ага, он 8 уже стоит. Что ты мне хочешь дать? Погодные условия здесь ужасные. Мы могли бы поместить устройство между скалами, чтобы заблокировать путь зомби.
между скалами. Так, это вот здесь она имеет в виду, да? Потому что здесь у нас преграда уже стоит. Давайте попробуем, что это вообще за пушка и с чем ее едят. Вот почему мне не хватает буквально одной этой нефти или что здесь за капелька такая. Попробуем. Так. Так, эти ковбои пришли, ёлки-палки. Ничего себе, они дамаг не наносят. Мохаве. Блин, волна, волна, ребята. У-у-у-у-у-у. Как ты вовремя начинаешь... Все, они меня сожрали. Гады. Да иди ты отсюда, а. Давай еще раз попробуем. Блин, давайте я вот так вот сделаю. Что-то мне... Вот здесь поставим. И вот здесь. Надеюсь, справлюсь. Стартуем. Сейчас волна будет, да? А вот ковбои. Нечего пробивать мне здесь оборону. Отвалите. Так, а вот волна, ребята. Сейчас псы, да, побегут? Псы. Пробились. Да ну нафиг, да что за бред-то, а? Жестяк какой-то. Ой. Ну что ж, ребята, ладно, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся в следующей серии. А на этом все, всем пока и удачи.